Государственный природный заказник Затейхинский в Пучерском районе. 3 часа на машине, еще некоторое время на снегоходе. И вот оно, лоно природы. Но сегодня здесь неожиданно оживленно. Чиновники, спасатели, ветеринары, лесники, журналисты. Вы будете присутствовать при взятии крови у живых кабанов на африканскую чуму свиней. В связи с тем, что это мероприятие проводится впервые, значит, попрошу вас соблюдать осторожность, тишину, поскольку звери дикие. Значит, в случае, если кабан вырвется из удерживающего сооружения, ни в коей мере его не надо ловить, поскольку он представляет из себя реальную опасность. Этих 4 лесных жителей поймали не так давно. Раньше их участь была бы уже решена. Чтобы проверить на свиной грипп, их убили бы и только после этого взяли кровь на исследование. Но этим кабанчикам повезло. Они станут первыми, кого почти безболезненно проверят на это заболевание. Здесь создано специальное сооружение, вот находится за моей спиной, так называемая живоловушка, с помощью которой мы изловили небольшую группу диких кабанов, которые несут характерные признаки для данной территории. То есть они все между собой общаются, и если один или два кабана в пробе попадаются зараженными, то, соответственно, все кабаны являются носителями. Сначала кабана выманивают из ловушки. Зверь напуган посторонними запахами и таким количеством людей вокруг. Но вскоре попадается в клетку. Это молодая самка. Кровь у нее берут иглой из кровеносного сосуда рядом с сердцем. Такую практически безболезненную для животного операцию проводят только с особями поменьше. Крупным, представляющим опасность, как, например, вот этот самец, которого лесники прозвали Кузей, в этом случае удаляют кончик хвоста. Только так можно взять кровь у взрослого кабана. Рана, конечно, будет зарастать долго, зато зверь жив. Все, пускаем. Что делаем? Пускаем. Затем кабану вешают специальную бирку с номером на ухо. Судьба копытных решится совсем скоро, когда будут готовы результаты анализов. Сегодня вечером данные анализы будут доставлены в областную ветеринарную лабораторию. И завтра к вечеру или в понедельник утром уже будут готовы результаты. Если будет отрицательный результат, то животных выпустят в свободное содержание, так сказать. Однако недостаточно взять пробу крови только здесь, чтобы быть уверенными за всю область. Мы будем уверены, ну, примерно за территорию с условным радиусом 100 километров от этой точки. То есть за восток области мы будем спокойны. На западе области, откуда, собственно, к нам и движется африканская чума свиней, это Приволжский, значит, пограничный район, да, Фурмановский, Комсомольский, Ильинский, Гавпосадский, стоит задача обучить персонал, такие же ловушки создать. И с тем, чтобы, сохраняя группировку кабанов одновременно на территории Ивановской области, можно брать анализы. Совсем скоро эту систему будут применять повсеместно во всех районах. Как говорится, и ветеринары спокойны, и свиньи целы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Пучерский район.